В Коткино сегодня завершилась традиционная межмуниципальная спартакиада. В этом году она стала уже 12-й по счету. Участниками соревнований стали 10 команд из разных поселений Ненецкого округа. Чтобы завоевать главный приз, переходящий кубок, спортсменам необходимо было показать хорошие результаты сразу в 8 дисциплинах. В их числе волейбол, баскетбол, настольный теннис и даже полиатлон. Подробности в материале Натальи Кисляковой. Свисток, подача, игра началась. 12-ю межмуниципальную спартакиаду открыли соревнования по волейболу. Участники команд из сельских населенных пунктов Ненецкого округа борются за победу. Команда из Нельминого Носа задолго до спартакиады начала подготовку. Ребята настроены серьезно. Мы всегда надеемся на лучший результат, только на победу, за которой приехали сюда. Кроме волейбола, спортсмены соревнуются в лыжных гонках. Одна из участниц – Ангелина Хозяйнова. Девушка впервые вышла на соревнования и заметно переживает. Я очень волнуюсь, потому что первый раз участвую в спартакиаде, но я верю, что все будет хорошо, потому что мы все очень тщательно готовились к этому. По традиции, спартакиада проходит на базе филиала спортивной школы «Труд» в Коткино. Участники также соревнуются в армспорте, баскетболе, настольном теннисе, полиатлоне, полевой стрельбе, жиме лежа. Спасибо, удачи всем участникам. Некоторые участники, это 12-я спартакиада, некоторые участники, например, из таких поселков, как Нельминый Нос, приезжают сюда уже 12-й раз. Хотелось бы, чтобы эта традиция сохранялась вместе с поколением, чтобы откинчане также всегда, как и в этом году, встречали гостеприимно гостей со всего округа, ну и, конечно же, из соседних регионов. Я думаю, на следующий год команда «Сима» обязательно к нам приедет. Поздравляю вас с началом этих соревнований. Спасибо. На спартакиаду приехало более 150 человек из 10 населенных пунктов. Это Коткино, Нижняя Пеша, Несь, Оксина, Каратайка, Индиго, Тельвиска, Нельмин Нос, Красные. Кроме того, впервые в состязаниях приняла участие команда из Усть-Кары. По погодным условиям на спартакиаду не смогли попасть спортсмены из Усть-Цельмы, а вертолет с ребятами из Неси благополучно приземлился. Отрадно замечать, что повышается интерес россиян, особенно наших северян, к спорту и здоровому образу жизни. И вы, участники спартакиады, главное это доказательство. Для дали серьезный путь к месту проведения состязаний, оторвавшись от работы и домашних забот, ведомые любовью к спорту, собрались сегодня здесь, чтобы в очередной раз доказать свою стойкость, ловкость и мастерство. Мы, зрители, конечно же, ждем зрелищной игры и ярких побед. Традиционная межмуниципальная спартакиада проводится в Коткино с 2008 года. Ее цель – привлечь сельских жителей к занятию спортом, повышение уровня физической подготовки, пропаганда здорового образа жизни. Село Коткино, жители села Коткино – это очень гостеприимные люди. Мне посчастливилось быть участником двух спартакиад со старой команды села Тельвиска. Они сегодня, кстати, тоже присутствуют у нас на спартакиаде. Поаплодируйте, пожалуйста. Не самое главное, когда спортсмены из муниципальных образований приезжают в Коткино, они не самое главное, кто побеждает на этой спартакиаде. Самое главное, что у вас всех есть возможность пообщаться с своими старыми знакомыми, друзьями, потому что не так часто вы видите. Мне бы лично хотелось бы пожелать участникам соревнований пройти всю дистанцию спартакиады успешно, без травматизма, ну и, наверное, у нас победители в этой спартакиаде все, прежде всего, здоровый образ жизни, общение, получение хороших, добрых эмоций. С праздником вас! Добавлю, в прошлом году чемпионами стали команда хозяев соревнований Коткино. Закрытие 12-й межмуниципальной спартакиады пройдет сегодня. Победителей узнаем завтра. Наталья Кислякова, Антон Водряков, телеканал «Север».